Здравствуйте, 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 дорогие друзья! Привет всем любителям и поклонникам футбола! Приветствуем вас из Нижнекамска. 10-й тур Мелбет первой лиги. Как говорится, поехали! Смотрим футбол. Надеемся, что, конечно, он будет голевым. СКА Хабаровск чуть ниже находится, но, тем не менее, да, как мы все знаем, СКА Хабаровск тоже команда достаточно интересная. Ой, тут момент-то какой! Поэтому здесь, конечно, ни у тех, ни у других легкой прогулки не будет. Здесь все спокойно. Павел Котов, который сейчас как раз-таки мяч получил. Котов сразу в штрафную. Уридия подправляет. Барсов. Опасный момент. Сугробов. Уридия. Сугробов. Великолепное спасение. Лайкин головой туда пытается мяч отправить. Паника там самая настоящая в штрафной у СКА Хабаровска. Но в итоге выбивают. Выбивают мяч гости. Вот это момент сейчас был. Будет узнать мнение Кирилла Новикова по этому поводу. Но вот на послематчевой пресс-конференции, думаю, обязательно спросим. Уридия здесь бьет. И Сугробов вновь тащит. А вот тут может быть что-то. Галиулин чуть назад, удар. Сугробов вновь хорош, разыгрывают нижнекамцы. Бердников, пошла подача, удар головой. Сугробов, добивание. Ой, какой момент-то сейчас. И Сугробов бой, может быть, даже туда в штрафную. Да, есть там сейчас и Жан-Шарль, да, достаточно высокий футболист, и Алиф тоже. И удар вот такой вот. Неприятно, неприятно было. Футболист из СКА Хабаровск правым флангом. И здорово, и там, смотрите, опять быстро ноги Шарль. Что творит этот парень? 1-0! Выходят вперед гости. Вот это забег от Жана Шарля. Поздравляем СКА Хабаровск с победой в этой встрече. Завоевывают они 3 очка.